уже к массовой вакцинации всего населения, ну и выстроить соответствующие. Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в Российской Федерации. Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании. С тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам. Но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции. Ввиду, что мы разворачиваем вакцинацию, уже перешли на такой масштабной вакцинации. Но вот на прошлой неделе мне Михаил Владимирович докладывал, что промышленность отработала, не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановый объем выпуска вакцины. Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации. Слава богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то экстренных таких необычных условий, как там минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения, ну и выстроить соответствующий график этой работы.